Всем привет, друзья, и добро пожаловать в центр пляжных видов спорта «Динамо», город Москва, первый тур первенства России первого дивизиона между Академией «Спартака» и командой «Джентльмены», некогда называвшейся, а именно в прошлом году, команда «Фурнитера». И здесь, конечно, безусловно, да, сразу у нас в протоколе заявлено Анастасия Новикова. И первый момент, и мяч в воротах. Вот так вот ярко начинают красно-белые разящим ударом. Получилось здорово. И... Что придумают москвичи? Подача! И Ловчев! Артем Ловчев выпрыгнул. И в борьбе на втором этаже очень планомерно и легко, как казалось, да, аккуратно кивнул головой в сторону ворот. Это Ника и спутник. Там Ника тоже вели 2-0, а это момент, удар по воротам. И как в хоккее, очень удачно клюшку подставил Обозный после выстрела Аркана. 3-0. Впереди московский «Спартак», вот это да. Так вот, в прошлом матче Зюзин пашет. Ну вот здесь переборщил, позицию упустил, удар, и какой мощный! Какой изящный получился удар, и не берущийся. Для Панова просто красота в исполнении Дмитрия Васильева. И вот как раз та самая пресловутая ошибка Зюзина. Передачу Коростелев, но в итоге он ее не получит. Но, может быть, чуть позже. Сдалека удар! Ничего себе, Адоев! Попыткой ранее он не попал, потому что бил слева, а вот справа его удар оказался вообще не берущимся, на который даже не среагировал Панов, но там из-под... Такая достаточно убойнейшая позиция на самом деле. Если хлестко пробить, может случиться всякое. Бам! И мяч в воротах. Насквозь прошил Аркан ворота соперника. И в этой ситуации Ходенков был бессилен. Хотя реагировал Нечаев. Обозный, Федоров! 7-0. 7-0. И пусть эпизодом ранее рухнул на песок Обозный с диким криком. Поспелов в защитника попадает. Контратака. Дорабатывает Коваленко. Хорош. Но, правда, передачу какую-то неказистую выдает. Удар! 8-0. За 10 секунд до конца продавил Обозный. Ну и начудили, конечно, Коваленко с Галбадздибировым. Но вот этот гол «Спартака» и эта оплошность «Джентльменов». Поэтому поблагодарим обе команды за это противостояние. Пожелаем «Джентльменам»...